На вернисаже «Диалоги с великими» представлены лучшие работы художников из Москвы и Петербурга. Сами мастера позиционируют выставку так. Их полотна представляют собой разговор или спор с такими известными живописцами эпохи Средневековья, как Леонардо да Винчи, Ван Гог, Гойя и многими другими. Вы не найдете банальности. На этой выставке собраны работы очень разные, свидетельствующие об очень разном эстетическом, интеллектуальном строе каждого из этих художников. Эти картины многоплановые. Они требуют от зрителя ответа. Он должен думать, медитировать и расшифровывать то, что хочет сказать автор. К примеру, художник Латиф Казбеков в своих картинах передает диалог с природой. По его мнению, она поистине велика. Стоит отметить, данная экспозиция произвела большое впечатление на казахстанских художников. Слов нет. Это большое событие в культурной жизни нашего Казахстана. Я рад, что это дублируется выставка и в Астане, потому что за последние 10 лет, я смело могу сказать, такой выставки не было. К слову, подобные культурно-просветительные мероприятия очень важны. В первую очередь происходит взаимообогащение в искусстве между странами. Организаторы надеются в скором времени увидеть полотна наших отечественных художников в галереях Москвы и Петербурга.